Или наоборот вопросами. Да даже просто ощущением, вот когда смотришь, наслаждаешься творчеством и искренне это понимаешь, принимаешь. Ты в театр уже с тем, что ты готов открывать душу, потому что туда пришел. Не потому что, ну, бывают, конечно, наверное, такие, которые мне сказали, я пойду. А на самом-то деле, что ты идешь уже готовый. Да. К тому, чтобы живой, живого воспринял. Ой, слушайте, Никита Бекехтин, это вот, который горку поставил, он такую фразу, тоже мы, по-моему, к вам приходили на интервью, он такую фразу обронил, она мне очень понравилась. Зритель, покупая билет в театр, покупает шанс стать лучше. Ну, так, мне кажется, точно такая сказано. Философия. Да. Нет, если постановка помогает развитию, не только развитию, скажем, души, но и развитию вот интеллектуальному, то почему нет? Да, да. Собственное развитие, оно всегда приносит только